давай, давай. Матвей? Матвей! Заправиться сразу. Смотри, я могу и тебе, и тебе дам шида. То есть вы зашли на ковер? Встаньте на ковер. Встаньте на ковер. Встаньте на ковер. Два шага вперед. Раз, два. Зашли на ковер. Поклонились, зашли на ковер, боретесь. Все, вы не имеете права выходить на ковер. Если вы взяли просто так, вышли, вам дается замечание. Три замечания, вас убирают с вами. Поэтому еще раз, команда Мате, это не имеете права выходить на ковер. Вы поняли, да? Да. Значит, сейчас, две минуты прошло, у тебя два шида за разговор. Постарайся не разговаривать. Значит, что дальше? Если закончилась схватка в ничью, нет оценок в Азаре или Японии, значит, вы, есть такое слово golden score, то есть это борьба до броска. Кто первый бросил, тот и выиграл. Хаджи! Пока не делай с колен. Ну, давай, 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 давай. Есть. Давай, боремся, боремся. Нету броска. Но он не просто так вышел, он в борьбе вышел. Стоп, Матвей, Матвей, стоп. Смотрите внимательно сюда. То есть мы боремся, боремся. Значит, есть такое, то есть правильно, то есть он вышел, вышел. Но если он быстро зашел, ничего не даем. И он, если он вышел и гуляет здесь, раз, два, то всегда шире, да. То есть бывает иногда, что соперник как бы немножко подталкивает. Да, бывает. Но если он вышел и сразу зашел, то ничего не дает. А если ходит там, хочу. Следующий готовится. Стоп, Аделина, ты судья, ты имеешь право много говорить. Хочу. Аделина. Бросок. Мате. Мате. Встали. Заправились. Значит там. Он сделал заднюю подножку. А Аделина, ты должна была показать. В Азаре. В его сторону. Он делал бросок. В Азаре. Покажи. В Азаре. Останови схватку. Сорок Мате. И показать. Кто победил? Победил Григорий. Поклонились, ушли. Эй! Встали. Встали туда. Показываю, как уходить. Поклониться. Два шага назад за ковер. Поклониться и уходишь. По синей линии. Здесь. Здесь. Был. Ты подвернулась через спину с колен. Это стал не делать. Подвернулась через спину с колен. Он ушел в сторону, развернулся, положил себе на спину. Так как это не быстрый бросок, поэтому в Азаре и его победа. Поклонились. Шаг назад. Поклонились. Ушли. Ушли. Кристиан, Аделина. Нет. Кристиан, встань красиво. Туда, туда, туда. Вот здесь. Аделина, встань здесь. Андрея и Олеся, пожалуйста, сюда. Андрея, Олеся. По синей линии. Так, Никита.
Назад. Так, кто у меня остался? Я. Пожалуйста, перед камерой не ходите, пожалуйста. Спасибо. Иди сюда. Пройди туда. Так, и Никита, давай. Куда? Да. Никита, Андрей. Никита, как нужно выходить? Так, потом ты будешь бороться. Вика, посуди, пожалуйста, или здесь посуди. Вот, посуди сусло. Внимание! Хаджина! 2 минуты боремся, потом мяча, тогда голден спор. Выше 42. И ты, и она. Только
передние. Только так. Только так. Вика, падает на конфет. Вы не все бери. Ничего страшного. Ты борешься или нет? Так, разговоры. Кристиан,
Кто там будет судить, Григория? Можно? Не разговаривай. Не разговаривай. Да. Не разговаривай. Да. Хатина. Базария. Читать удержание. Раз. Два. Три. Три. Четыре. Пять. Шесть. Стоп, патент. Здесь патент. Здесь патент. Заправка. Кристиан, заправка. Не выключай, пожалуйста. Не выключай. Кристиан. Не бросайся. Бери заклад. Пол, второй патент. Сюда. Значит, я хочу сказать. Посмотри на меня. Ты подошел, поклонился, руки внизу и бежишь на него. Что нужно взять? Заклад, ручки. Вот ты как будто бы попробуешь, руку лишнее. Кому-то получишь. Ты сюда. Еще раз. Нельзя бросаться на противника. Надо защититься, а потом сделать бросок. Еще раз. Поклонились. Стоп. Было базарик, он был упал. Поклонились. Кристиан выиграл. Ну, а я что я могу сделать? Чуть ты падаешь? Ничего страшного. Сейчас. Там борются или нет? Давай. Григорий Михайлов, у вас голоден скор. Давай, Григорий. Хорошо, Михаил, умница. Андрей Никитов, стойку. Андрей, он на тебя идет. Зачем ты ему подхват делаешь? Он низенький и тяжелее тебя. Делай или с колен, или переднюю подножку. Или вот переднюю подножку с парением. Так, Григорий Шина не борется. Это будет Шина не борется. Григорий. Аккуратно надо, ты немножко жестко вытолкнул. Тут вот кто? Тут две вещи. Если он выталкивает без броска, то шида ему. Если она выходит, просто выходит, то шида ей. Нет, она сейчас как бы защищалась, она не уходила. Да, ему пока шида. Хатин. Ты помнишь? Ну что за бросок, Андрей? Сари, покажи, кто выиграл. Вика, покажи, что выиграл. Ну, до конца. Мате. Заправились. Так, Григорий, тебе шина за неведение борьбы. Михаила выиграла схватку за счет шины. Она не убегала, она не сильно нападала. Но ты должен был быть активнее его. Хорошо? Все, поклонились, встали, пошли вокруг ковра. Встали, пошли вокруг ковра. Все встали, пошли вокруг ковра. Заправились. Так, Андрей, Вика, заправьтесь, пожалуйста. И сюда ко мне.